на ногу уходит. Я немножко видите, скорость вершу, чтобы не подтянуть. Давайте менять. Если ты вниз, то и положение. На выходе назад. Опять просадку. На выходе назад. Опять выход. Опять выход. Вот. Раз 10-15 на одну, на вторую ногу. Просто расслабили, здесь перебросили вниз. Ноги могут немножко быть так, ноги так. Просто ноги так перебросили. Без переброса. Да просто станет приз. Просто без, без корпус, только со стороны света. Вы просто контролируете лицом. Расслабился, вес снял. Очень чище. Просто естественно должен стоять. Не вот так вот напряженно, а в стойке уже. В стойке нет, просто расслабился. Корпус наклонен. А если вы чувствуете ногу, не очень хорошо. Дистанс. Партнер. Дистанцию съел. Да. Дистанцию съел. Можно поставить тут. Еще раз. Дистанцию съел. Смотрите, немножко задержка идет, да, но факторы природные. На самом деле вы просто, он идет, вы немножко его вытягиваете, он идет и вытягиваете. Он еще тут вытягивает, чтобы отсюда зайти. Дальше, теперь не на него идем, не на месте, а от него как бы идем. На выходе. Да, на выходе еще. Спеши, спеши. Тебя если обувь кошка, мне что-то, мне не нравятся мои подошвы. Торопись. Еще раз. Еще раз. Понятно, да? Сюда и отсюда. Корпус ныряем. Отсюда выполняем. Лапа. Никого нет. Поэтому вы слышно. Стяжка. По очень крутой дуге. Ноги свои контролируйте, руку контролируйте. Поехали. Делаем выходное движение сбоку и уходим. Такой клинчик. Смотрите, перевод, я уже здесь, видите, отсюда мы делаем движение. Ну, это практически делается свой. Обнимайте меня все растяжки. Вот руки. Вот, чтобы здесь хальто не зашло. Суки не зашло. Перевод, отсюда суки. А его убрать немножко надо. Смотрите.
смотрите, возня, одна рука открыта, вторая, ничего не прихватывайте. Можете сюда, переход и сразу руки, либо вы просто руки, вот это вот, как это, ката была. Катя в руке? Да. Движение. Классический базовый переход. Да. Этот убор переход и двойной перехват. Переход, перехват, наоборот. Вот этот сразу, когда мы делаем, он больше для детей. Ну как бы здесь детей так ставить. Здесь он более. То есть начинает ближайший. Да, там когда начинаешь связаться. Убор. Чуть-чуть сбрасывать, оттуда можно ногу выпадать. Если просто выполнять, вы можете получить. Вышнутый просто. Вот. Поэтому убор и отсюда движение. И то, что мы делали, просто пришли. Как бы два момента. Во второй он более. Так, я прям чувствую, что сейчас чуть-чуть еще и отвлечу. Это даже безопасно за кимоно прийти. А, это то есть вот оно. Да, понял. Сопротивляйся. Не давай мне тебя тянуть. Не давай. Сопротивляйся. Вот, еще сопротивляйся. Еще. Вот, я чувствую, хорошо. Вот. Технично, потому что видите, сейчас стойка поверхность. Да, ныряй. Смотрите, принцип такой, научить переднюю ногу уходить в сторону. Она рефлекторно не хочет уходить. Научить ее уходить в сторону. Понимаете, здесь достаточно просто уйти и остаться. Вы с линии сходите. Мы здесь стояли. Не влево-вправо, а ты сверху просто делаешь движение. Не здесь меня, а движение. Ты не в меня бьешь, и не бьешь туда, куда я иду. Просто стол, вот так вот. Атака. Сопровождение. Потому что здесь будет атака. Здесь будет атака. А это как вот ты сейчас боишься. Тренируемся. Убрать. Просто человек просад делает. Все это в комплексе синтезируем. А тот режим, что мы сейчас делали, это вообще другая тренировка. Полностью другая тренировка. Начинает она с медленного. Вот сейчас вот эту еще работу поработаем, тоже с выходом. Понял, да?
Вот он, уклон. Человек как-то много от корпуса, да? Когда научились весь синтезировать ударами ногами и руками, чтобы пояс обошел вас со стороны. Понятно, да, как бы? Раз, раз. Вот все это самое, вот эти естественные самые наработки. Я начинаю банку, нужно сюда зайти. Постоял, сколько тебе надо, и ушел. Я начинаю махи, а человек просто делает заход. Да, и он должен найти положение, как ему работать, и выйти. Пам-пам, он зашел, постоял там, может, 3, 5, 10, вышел, опять отдохнул, опять зашел. И так. Медленно, там, быстро. Это же полностью. О, ты что? Мне попал. Смотри. Корпус в голову высекаете, так и корпус. Допустим, ты мах делаешь, и модуль головы, раз. Я просто сел. Теперь уровень корпуса. Уровень корпуса, бам. Просад глубокий, еще руку. Бам, уровень. Мне надо бедра просаживать, меня так снимут. Она идет ровно. Между рукой, как не и отсюда у вас происходит движение. Вы должны быть очень пластичны. Вот это движение. Очень пластичны, как кошка. Они стоят там и какие-то движения делают. Поехали, поработаем. Делаем. Но это не маловажно. Корпус поставили. Некоторые у нас не делают термоваж. Знают, это не урмоваж. Это нужно понимать. Корпус, а это свое движение. Не урмоваж. Урмоваж это вот, это кардинально другая техника. Не даже предназначение другое. Поэтому, пожалуйста, не путайте. Я к тебе это делаю. Но это вообще не урмоваж. Нет, это урмоваж. Ох, не было крути, ты даже почувствовал, ну, что ты здесь не пришел. Сам. Он выбивает только тогда, когда я ее коснусь. Я могу двигаться, надо ходить, маневрировать. Я молодец, да? Упражнение очень тяжелое, но оно очень скоростное. А он в меня вообще кидал? Да. В ту сторону, по крайней мере, тоже. Давай поработаем.